Состоялось очередное заседание Думы города Владивостока. Депутаты обсудили 35 вопросов. Один из значимых вопросов повестки – утверждение корректировки бюджета Владивостока. План по доходам на текущий год увеличен на 438 миллионов рублей 551 тысячу. Таким образом, доходная часть бюджета составит 23 миллиарда 129 миллионов рублей, расходная – 23 миллиарда 130 миллионов рублей. Достаточно существенная сумма для освоения, для того, чтобы мы сегодня подтянули вопросы, связанные с подготовкой к зиме, вопросы, связанные с благоустройством. Большая сумма будет направлена на оснащение, ремонт, капитальный и текущий ремонт, освещение в дворовых, на дворовых площадках. Внесены изменения в правила благоустройства, что поможет исключить несанкционированные свалки, а также привлечь к участию в содержании контейнерных площадок юридических лиц. Общественное обсуждение по данному вопросу планируется провести в период с 6 октября по 10 ноября. Также принят ряд муниципальных правовых актов, что позволит улучшить контроль за качеством работы в ряде сфер городского хозяйства. Екатерина Зверева, Игорь Егоров, новости на Восьмом.